Но вот еще вернемся к этой теме. А сейчас переходим к другой. Ближайшую судьбу полковника-миллиардера сегодня определит Пресненский суд Москвы. Там рассмотрится минута на минуту. Ходатайство следствия об аресте замначальника управления ТЭК, главка экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко. В ходе обыска у него дома изъяли наличные валюты на сумму эквивалентную, вот это невозможно даже себе представить, 8 миллиардам рублей. 8 миллиардов рублей. Давайте переводить. Вот не зря нам всяческие источники говорят, что есть эквивалент в рублях 8 миллиардов. Я напомню, что у Хорошавина около 5 миллиардов, это губернатор, бывший губернатор Сахалина, изъяли около 5 миллиардов рублей, такой целый банк. А вот если 8 миллиардов, представить, сколько это в граммах, в килограммах, невозможно. Если перевести это все, давайте предположим, в евро, то как раз набьем маршрутку под завязку. Как говорят оперативники, это может оказаться лишь частью неправедно нажитых ценностей. На месте работает сейчас наш корреспондент Алевтина Пинкальская. В ближайшее время она расскажет подробности заседания.